Дзень адкрытых дзвярэй прайшоў у гомельскім міжраённым аддзеле Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз. Спецыялісты паказалі, як знаходзяць доказы з дапамогай дактыласкапічных парашкоў і вызначаюць асобу чалавека па адпячатках пальцаў, выяўленых на месцы здарэння. Падрабязней раскажа Максім Савін. Фоторобот за 10 хвилин. Кожное день эксперт комментируя. Допомагают и юные удельники с встречи кадеты. Натримливается фото подлетка вельми подобного на их сокурсника. Снятие отпечатка у пальцев – еще одна интересная процедура. Профессионалы показывают, как это делать правильно. Сегодняшняя наша экскурсия очень полезна для меня, так как я здесь узнала и смогла спросить, чем занимаются следователи, и смогла для себя уже определить и решить, хочу ли я заниматься этой деятельностью. У день открытых дверей криминалисты так само рассказали, как ведут огляд места здарения, продемонстрировали техничные махчимости службы и обсталявания. Например, как выявляют подробленные грошовые знаки. Сучасные банкноты имеют несколько ступеней безопасности. 2-3 манипуляции у криминалиста есть докладный отказ. Фальшивка у руках и соправдные гроши. Зразумела, что до такого уровня майстерства специалисты приходят не одразу. В опыт и подказки коллег помогают новым супрацовникам худше адаптоваться до работы. Курсанты, которые приходят после академии, и, конечно же, они еще сыроваты в своих познаниях и навыках. Однако при общении с профессионалами, которые уже со стажем работы более 5 лет, они выезжают вместе с ними на места происшествий. И наши профессионалы, работники, как говорится, с земли, которые работают постоянно на местах происшествий, в отделах, они передают свой передовой опыт, и уже курсант через год-полтора может уже показывать те результаты, которые от него требует комитет. Юным удельникам мероприемства их портреты, складенные с допомогой фоторобота и дактокарты, уручили на память. Яуген Пабалавец, Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».